быть согласовано прежде всего с врачом, с лечащим врачом. И никогда не нужно допускать сверхтяжелого сердечных нагрузок, а так наши пациенты не ограничены никакой спортивной активностью. А после трансплантации я очень хорошо себя чувствую, очень много занимаюсь спортом по мере своей возможности. Вот, катаюсь на лыжах, играем в футбол дружно с врачами также. Играем в футбол совместно, приглашают нас. Постоянно проходим. Ну, путешествую. Теперь удается путешествовать, да, по всему миру. Слава Богу.